жалоб, заявлений у нас по выборам губернатора Тюменской области, в избирательной комиссии Тюменской области нет ни одной. То, что касается дополнительных выборов депутатов Тюменской областной думы по 4-му избирательному округу, есть два обращения. Одно обращение Бойцова Сергея Анатольевича относительно участия его наблюдателей в досрочном голосовании, то есть когда бюллетени уже на избирательном участке опускаются в ящики стационарные для голосования. Показалось ему, что права нарушаются, показалось ему, что не все там чисто и гладко, однако избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа, куда мы направили это обращение, подробно разобралась в этом вопросе, никаких нарушений действующего законодательства не обнаружила, вынесла решение на 4 листах, мотивированное, обоснованное, которое на сегодняшний день никуда не обжаловалось. И второе обращение со стороны первого секретаря обкома КПРФ Казанцевой Тамары Николаевны, как и предыдущее обращение, оно написано со слов представителя КПРФ относительно того, что якобы удалялись наблюдатели с ряда избирательных участков с двух, опять же, по 4-му Губкинскому одномандатному избирательному.